Аллею звезд у киноцентра «Выборг-Палас» обновили сегодня утром. Она пополнилась новым именем – актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличной. В прошлом году она принимала участие в юбилейном кинофестивале «Окно в Европу» и оставила отпечаток ладони. Символическая церемония произошла перед показом фильма Михаила Калика «Любить», снятого в 1968 году. Светлана Светличная сыграла в картине «Северянку». Слепок размещен рядом с именной гранитной звездой. В прошлом году был ее творческий вечер в рамках кинофестиваля «В окно в Европу». Был просто прекрасный. Я, знаете, часто бываю на творческих вечерах артистов, но в моей жизни вот это был один из самых лучших творческих вечеров, потому что собралось очень много режиссеров, актеров, которые вспоминали долгую творческую жизнь этой замечательной актрисы. Затем сама она выступала, давала, значит, такой вот мини-концерт. И все, кто был в зале, были восхищены именно выступлением этой актрисы, поэтому она заслуженно имеет право, вот ее отпечаток, чтобы был размещен на Аллее звезд. Заложили Аллею звезд в 1998 году. С тех пор на гранитных плитах увековечивают имена талантливых режиссеров, сценаристов, актеров. Самая первая была установлена в честь одного из основателей кинофестиваля Станислава Ростоцкого. Первоначально звезды укладывали в один ряд. Однако в 2014 году аллею реконструировали. Плиты класть стало некуда. С появлением звезды Светланы Светличной их стало 39. Наш город – это передан статус «город-музей». А если город-музей, то здесь должно быть все гармонично. Когда я гуляю мимо Аллеи звезд, то я очень часто вижу здесь туристов. То есть это объект посещения российских, иностранных граждан. И все, когда смотрят на Аллею звезд российского кино, с удивлением говорят, неужели в Выборг приезжают такие замечательные артисты, как иностранные, например, Зануси, Депардье. Так и наши российские. Говорят, неужели здесь Гурченко была, знаменитая актриса, которая снималась в «Карнавальной ночи». И таких примеров, случайных таких встреч, и я с людьми разговариваю, что здесь кинофестиваль «Окно в Европу», в этом году он будет 26-й раз проводиться. И артисты большого периода, начиная с советского кино 50-х годов до современного кино, приезжают сюда. И поэтому вот Аллея звезд – это, повторяю, один из объектов нашего замечательного города-музея. Кто в этом году оставит отпечаток ладони для Аллеи звезд, организаторы пока держат в секрете. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».